Готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Нам необходимо в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон в наших межгосударственных отношениях, и они вам хорошо известны. Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоре от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Ачимчирского района, и вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьезное упущение, и я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане. Несмотря на это, враг не пройдет.